Вопрос скорейшего открытия Зангезурского коридора является одним из важнейших в плане расширения торговых отношений между Анкарой и Баку. Об этом заявил замминистра торговли Турции Тунат Урагай. Две братские страны поставили целью увеличение товарооборота с текущих 5 до 15 миллиардов долларов в перспективе. Открытие Зангезурского коридора даст нам преимущество с точки зрения получения выхода в Азербайджан, а оттуда в страны Центральной Азии для увеличения объемов торговли. Переговоры на высоком уровне с Россией по открытию Зангезурского коридора продолжаются. Мы ожидаем, что коридор будет открыт в самое ближайшее время. Открытие Зангезурского коридора предусмотрено в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Согласно документу, должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчеванскую автономную республику Азербайджана с западными районами страны через территорию современной Армении. По мнению турецкого политолога Мехмета Перинчека, победа Азербайджана во Второй Карабахской войне создала в регионе благоприятную среду для нового сотрудничества. Азербайджанская сторона выдвинула конкретные инициативы для усиления региональной кооперации. Проекты по интеграции имеют очень большое значение, потому что эти проекты будут помогать всем региональным странам развивать свою экономику. И такие проекты только не развивают экономики региональных стран. И с другой стороны, еще поможет сближение народов региональных стран. Вот сейчас очень важно обеспечивать стабильность в нашем регионе, особенно в этих днях. Внешние силы хотят провоцировать новые конфликты. Армения в соответствии с официально взятым на себя обязательством должна обеспечить открытие данного коридора. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в ближайшие недели ждет от Еревана подтверждения маршрута Зангезурского коридора.